Доброе утро, мы рады, что вы сегодня с нами. Я пригласила вас сегодня в святая святых, мой массажный кабинет. Я хочу, сегодня передача будет интересна для женского пола, потому что большинство из вас интересует вопрос, как убрать целлюлит. И желательно вам сейчас покажу, девчонки, как это сделать, не приходя в массажный кабинет, если у вас нет много денег. Или денег нет, или времени нет, но вы хотели бы убрать самые проблемные женские зоны, это так называемые галифе или ушки. Их можно убрать практически самостоятельно, только просто для себя любимой надо уделить внимание. Настюшка, мой компаньон и тренер, много вытерпела от меня, так сказать, в ходе массажа. И кричала, и матюкалась. Но она уже привыкла делать массажи. Как вы, знаешь, я девчонкам всегда объясняю, поглаживанием я целлюлит не уберу. И умоляю его, там, я не знаю, заклинаю, читаю молитвы и так далее. Только полегче, труд, полегче, да, нет, пожалуйста. Массаж не должен быть сильно болевой, но, знаете, как всегда говорят, мы ко всему всегда чуть-чуть привыкаем. Я начинаю массаж с небольших надавливаний, и каждый раз я его просто по чуть-чуть увеличиваю, так как мышцы тоже такие, как я вас всегда учила, и мышцы, и жирок сверху у них привыкает к нагрузке, вот так мы и будем постепенно, и вы начинаете себе массаж. Не надо, как, знаете, хочу убрать целлюлит, и приходят такие синюшные, говорят, ты что себе делала? Говорят, терла себя этими, знаете, шариками, и вот такие синяки. Я говорю, ну можно же было бы начинать по чуть-чуть, и синяки не образовались бы. Вот я вам сейчас покажу, как не получая синяков, да, сделать себе антицеллюлитный массаж. Помните, как я вам говорила, я пользуюсь своим любимым кремом, самый дешевый. Что мне нравится, самый дешевый, самый эффективный. Антицеллюлитный. Разогреваем. Ну, сейчас лето, его разогревать не надо, у себя на руках разогреваем крем. Наносим его. Ну, обратите внимание, сейчас я, Настике, покажу, да, как я делаю всю ногу. Вам надо зона галифе, вы просто разогреваете здесь ножку, а массажировать, потому что самому себе удобно массажировать именно это место. Я потом покажу, как вы его себе сами будете массажировать. А теперь смотрите о проблеме целлюлита, да? Что такое целлюлит? Нарушение крова и лимфооттока. Ну, грубо выражаясь, причина его образования, да, и что с ним делать. Когда у нас целлюлит появляется? В основном после лета, да, после зимы. Вот ко мне приходит в основном весеннее время. Зимой что мы едим? Соление, копчение. Правильно? Наедаем себя. Что такое соление, копчение? Это повышенное содержание поваренной соли, натрий, хлор. Натрий, хлор, коренное здесь натрий. Представьте, да, вот жизнь, целостный организм. Мы какие-то вещества потребляем, происходит обмен веществ и выделяем ненужное. Наше тело состоит из клеток. То есть, если нарушен обмен в клетке, это и есть нарушение, да, в целом организме. Клетка, вхождение веществ в клетку и выход из нее происходит благодаря, я так по-простому объясняю, натрия-калиевому насосу. Если много натрия внутри клетки, а у нас много натрия внутри клетки, когда мы соление едим и копчение, вещества входят в клетку и не покидают его. Когда много калия, а калия много снаружи, вещества выходят из клетки. Улучшается обмен веществ. Калия много в сырых овощах, в сыроедении. Вот когда мы занимаемся сыроедением, мы увеличиваем количество калия. Соление увеличивает количество натрия. Вот вы и представьте. Больше калия, вещества выходят из клетки, больше натрия входят. Вот после зимы мы накопили, клетки увеличились в объемах, произошла деформация жировой ткани. Обратите ваше внимание, есть обычный структурный жир, а есть целлюлит, бесструктурная жировая ткань. Вот ее-то ее необходимо убирать. Каким образом? Следовательно, я должна улучшить кровообращение. Крем содержит в себе там и перец, да, и вещества, которые улучшат сейчас кровообращение. Ну, своими руками я, легкими, поглаживающими, смотрите, не вот такими вот движениями сразу сосуд разрушится. А для того, чтобы сосуд ушел из-под нажима моей руки, начинаю прогонять кровь куда? В лимфососуды, вот сюда вот. Снизу вверх. Внутреннюю поверхность всем надо убрать. Я вас очень прошу, нельзя сильно ее нагружать. Здесь проходят лимфоузлы, поэтому легкими вот такими вот движениями. Сушить вы внутреннюю поверхность будете, сидя дома, как я вам и показывала. Поэтому легкими движениями я только вот так вот здесь сделаю. А галифе и жировые прослоечки у нас находятся вот здесь. Вот здесь уже, смотрите, видите, в виде тоннеля создаю. Убираю кровь туда. Убираю. Можете тоннельками вот такими вот делать. Хоп, хоп, хоп. И прогнали. Хоп. Основное движение. И пошло сюда. Самим себе, поняли, так стоите и снизу вверх.
Сначала вы запускаете кровообращение. Если это в домашних условиях, то желательно принять ванну. С помощью, я люблю, например, скраб, соль с содой смешиваю, скраблю, убираю мертвый слой клеток. По пути этого крема что стоит? Поверхностный слой кожи. Поверхностный слой кожи, верхний слой кожи. Это мертвые слои клеток, потому что они соприкасаются с воздухом. Благодаря скрабу я убираю слой мертвых клеток, и тогда проникновение крема становится лучше и глубже. Поскрабили тело, и потом, ну не так, опять же, без фанатизма, чтобы остаться с кожей, нанесли крем. Видите, он периодически впитывается. Не один раз я его наношу, а я наношу его. Вот мы уже один раз нанесли, крем впитался. Наношу второй раз. А теперь смотрите, улучшение кровообращения, кроме туннелей, да, похлопывающее движение, по диагонали. Если я так буду бить, может возникнуть синяк. Я всегда провожу по диагонали. И сосуд, знаете, сосуд это как резина, он успевает уйти из-под нагрузочки. Каждый из вас сейчас скажет, а я себе такое тяжело мне сделать. Показываю фишку, которую не мы придумали. Задолго до нас. Вот две фишки, которые помогут вас в домашних условиях сделать что-то. Смотрите, у меня вот есть пленка, которую я заматываю после массажа. После того, как пленка кончается, я оставляю такие вот тубусы. Ой, в Китае, в Вьетнаме делают массаж антицеллюлитный бамбуковыми палочками. Что мне искать бамбуковую палочку, если она мне есть всегда под руками? Знаете, говорят, наш народ на выдумке хитер, мы можем из дерьма сделать цяцу. Вот так и мы. С простого тубуса, я сейчас покажу, как мы массажируем. И посмотрите, вакуумные баночки у меня есть. Я их мою всегда мылом, элементарно. Я не знаю, 30 гривен там она стоит, блин, наверное, да? Сколько? 25? Ну, где найдете? На Наське мы возьмем крупную. Да, чем больше попа, тем больше берем. Смотрите, нанесли крем, уж опять впитался, смотрите, крем. А почему впитался? Потому что Настя очень любит загорать. А что делать загар? Вот обратите внимание на пути Насти. Сушит кожу очень. Всегда, когда вы принимаете солярий, свои эти солнечные процедуры, увлажняйте кожу. Ну, смотрите, уже третий раз за, блин, за 2-3 минуты Настя на тебя весь тюбик уйдет. Я возмещу. А, возмещу усердно. Зажимаю. О, зажимаю пальчиками, видите? А теперь посмотрите, нарушение крови лимфотока, а теперь посмотрите, какой пошла кровь. А вот этой баночкой вы элементарно себе намазали и пошли круговыми движениями. Сверху вниз и круговыми. И на примере нас я показываю, смотрите, никакого, только долго просто банку нельзя здесь держать. Синячок может образоваться. Оп. А теперь смотрите, видите, обратите внимание, разница двух ног, да? А смотрите, чем мне нравится банка. Вот эта зона у нас труднодостигаемая, да? Она руками даже не хватает, вот эта зона. Да? Там, где ягодичка уходит в ногу. Смотрите. Шикарно подтягивается баночка. Вот эти места. Те, которые прежде всего целлюлитом заполняются, да, Настюха? Под попочкой, а потом идет вниз. Вид с бедра. По кругу. По кругу, а потом пошли. Смотрите, долго не держу. Стеклянными раньше баночками делали. Им буквально было, можно делать там 2 минуты, да, массаж. Опять же, понимаете, очень много техник массажа. Поэтому я не говорю, что я там делаю супер там массаж. Ну, факт остается фактом. 15 лет я делаю массаж, 15 лет я убираю и целлюлит, и галифе. Поэтому, знаете, сколько методик, столько мнений. Но главное, чтобы вам помогал, что я могу сказать. Правильно? Главное, чтобы был эффект. У меня были даже девчонки, но с одного раза не уберешь, гитарная фигура. Когда очень тонкая талия и вот такие вот большие ушки. Да, тогда там надо сделать 10-15 сеансов. Дать отдых, нельзя много массажей подряд делать, месяц, там, полтора, и опять повторять. А теперь смотрите, после баночки, да, обязательно разогревчик опять, дайте отдохнуть, смотрите, какое покраснение. Очень удобно, лежите, смотрите телевизор и отбивайте себе бедрышко. Опять же, смотрите, то, что я делала руками, да, а то говорят, у меня руки слабые, себе не могу массаж сделать. Не надо иметь сильные руки, не надо, есть палочка-выручалочка. Ой, как я ее люблю. Смотрите, еще больше кровоток пошел. Я бью по диагонали, чтобы кровеносные сосуды ушли от нагрузочки. Что такое? А, еще помним, девчонки, что такое целлюлит. 50% целлюлита образуется за счет стресса. В ахту, в наше время не нервничает. Во время стресса у нас происходит гормональные нарушения. От нарушения гормонов ведет к тому, что... Ну вот, пожалуйста, вот эти вот ваши зоны.
легко, элегантно брюки превращаются в элегантные шорты. Вот и здесь легко движением руки. И опять смотри, раз, погладили себя любимую. И отбиваем, да. И отбивную делаем, да. Именно вот эти вот места, ну у нас их нет, ну представьте себе вот эту не вот надо. Зону свою. Пу-пу-пу, не надо, да. По дереву постучим. О, тын-дры-дры-дры. И отбиваем. И опять пошли руками. И опять сосало. Смотрите, хоп. А теперь смотрите, чтобы это все дело не нарушалось, делаем где-то минут 15. Там можно 10. Там можно, в конце концов, всегда себе хотя бы, блин, 2-3 минутки вы можете уделить, да? Быстренько. И я убираю доступ кислорода. И кремушек начинает работать. И занимайтесь сторонушкой. Укрыли его, сейчас осень наступает, да? Легли под одеялко, смотрим свой любимый сериальчик. Трин-трин-трин-трин. И вот он массаж. Вот. Какая температура, Наська, тело? Горячо. Ну, по сравнению, смотри, здесь холодная нога, да, и здесь горячо. Мы что сделали? Улучшили крово- и лимфоотток. Следовательно, и убираем целлюлитик. Не надо себе молотить, не надо себе убивать. Вот легко и свободно. Смотрите, практически однородная красная поверхность. Не синюшная. Но, Наски, опять же, девчонки, если у вас после, в течение массажа возникают синяки, попейте, ну, поймите, что у вас с кровеносными сосудами что-то не так, а что конкретно не так, сосуды не эластичные. Попейте я, что мы пили с тобой? Аскорутин пили. Для того, чтобы стенки сосудов стали эластичными. Но аскорутин до массажа попейте, там недельки 2-3 точно, да? А потом уже начинайте делать себе массаж. Ну опять, для тех, говорю, которые только прикоснулись, говорит, а у вас уже синяк появился. Но сделайте вывод, что вам уже давно пора потреблять препараты для улучшения стенок кровеносных сосудов. И то же самое делайте со второй ножичкой. Когда мы сделали и вторую ножичку, я беру пленочку, ставлю людей и циркулярным путем перехожу на попу и перехожу на вторую ногу. И образуются одноразовые колготочки. Вот в этих колготочках 2-3 часа. Потом снимаем, и все, наши ноги просто превращаются в идеальные стройные палочки. Если вы не успели сегодня с нами, не хочу сказать потренироваться, не успели все прослушать, ищите нас на ютубе, набирайте Анна Куркурина. Если есть вопросы, звоните по телефону 093-385-6226. А еще лучше, потому что я практически сутками работаю, не успею взять телефон. Ищите мой сайт Анна Куркурина, задавайте туда вопросы, я буду делать видео-ответы, либо буду успевать писать вам или направлять вам на те видео, которые отвечают на ваши вопросы. Спасибо, что были с нами. Главное, занимайтесь собой. И я вас, девчонки, прошу, прежде всего, первое, что вы начинаете делать, день начинайте с чего? Любите себя. А если вы полюбите себя, ваша жизнь будет совсем другой. Спасибо, счастливо. Thank you.